Друзья, приветствую! Хочу провести испытание в полевых условиях, можно сказать, чудо-набора в мини-формате. И буду в течение какого-то времени, вот и посмотрим на какое время, умываться именно утром и вечером этим набором. Сегодня 15 июля вечер. И с сегодняшнего вечера начинаю использовать этот чудо-набор мини-системочку. Сюда, напоминаю, входит очищающее средство. Да, вот оно. Ночной крем, дневной крем и крем для век. Вот насколько хватит, посмотрим. Так как кожа у меня комбинированная, склонная к жирности, поэтому я, конечно же, взяла систему для комбинированной кожи, где очищающее средство – это гель. Поехали! Сегодня пошел 21 день, суббота. Так, ага, смотрите-ка, очищение уже, то есть прошло 21,5 дней, 22. Может быть, еще на завтра хватит, то есть на 23. Если его там разрезать, может быть, хватит и на утро, и на вечер. Вот, но вряд ли надольше. Продолжаю тестировать. Сегодня 18 августа, значит, месяц. 15 было августа, значит, месяц и 3 дня прошло. Так, крем для век. Вчера он уже начал прям заканчиваться. То есть еле-еле выдавила. Сейчас посмотрю, есть ли возможность хоть что-то еще выдавить. Ну вот, прям вот совсем чуть-чуть. Это на один глазик, даже на один мало. Соответственно, конечно, можно разрезать, и на сейчас бы мне, я думаю, разрезанного хватило бы на раз, но не буду этого прямо сейчас делать, нанесу на второе веко уже из другого тюбика. Соответственно, крема для век хватает на месяц точно. Я подозреваю, что хватило бы на чуть-чуть даже дольше, потому что иногда я его использовала, даже немножечко больше выдавливалось у меня, чем нужно, чем обычно я беру. Поэтому на месяц его точно хватает крема для век. Итак, 24 августа. Дневной крем. Каждый день уже снимаю видео и думаю, что это последнее видео, последний, уже в течение недели, последнее утро этой баночки. Ну нет, поглядите, она еще выдает. То есть вот сейчас я думаю, ну сейчас думаю, что уже все, последний раз на месяц и 9 дней хватает этого крема. Ну посмотрите, он набирается, он все еще набирается. Я думаю, если я его разрежу тюбик, то однозначно оттуда еще выйдет. И еще на раз будет, если по стеночкам собрать. Ну, это просто чудесно. На самом деле, это вообще круто. Подозреваю, что вот этого количества мне будет мало, поэтому будем считать, что сегодня, да, мало, мало. Сейчас добавлю из большого тюбика. Вот, то есть 24-е, ну, будем считать, что 23-е это последний день, когда я нанесла качественно из дневного тюбика, дневного крема, средства. Да, рекомендую тюбики, когда они у вас заканчиваются, неважно, маленькие это мини или большие форматы, хранить при последних уже использованиях на крышечке однозначно, потому что за сутки крем опускается вниз, и у вас есть шанс продлить использование гораздо надольше. Очередное видео про ночной крем. Все время думаю, что вот сейчас, вот сегодня он вечером завершится, как и с дневным кремом. Он все не завершается, не заканчивается, не заканчивается. Ну вот, еще что-то из него можно выбить. Сегодня 24 число августа. Еще раз, 15 июля у меня тест мини-системы. И вот оно еще есть. Подозреваю, так же точно, как и другие кремы, если разрезать его, как минимум на раз еще хватит. С тем, что я вот, пожалуйста, еще на раз его выбила оттуда. И достаточно много получается еще. Даже на шею хватило. Вот такие долгоиграющие тюбики. Да, если честно, для меня это удивительно. Ну что, резюмируем. Эта система мне
частей полностью хватило на 3 недели. Если вы думаете, что на неделю, на 2 хватает, неправильно думаете. Если вдруг действительно хватает вам на 1-2 недели, значит, вы где-то передозируете. Хватает точно на 3 недели, притом это очищение хватает. Крем для век у меня закончился через месяц с копейками, а увлажнения у меня вообще закончились через месяц и 9 дней. Соответственно, хватает достаточно намного. Но я понимаю, что я использовала увлажнение только на лицо и чуть-чуть на шею. Если еще подключить зону декольте туда, может быть, будет хватать на 3-4 недели, но точно не на неделю. Тем, кому говорят, что хватает на 2 месяца, или вам так хватает, ну, значит, косячите, да? Значит, пользуетесь не каждый день. Ну, или, не знаю, не полностью на все какие-то зоны оставляете без нанесения. Я уж не знаю, как так можно на 2 недели, на 2 месяца. На 2 месяца точно, девчонки, не хватает. Естественно, я в этот момент пользовалась и мицеллярной водой вечерами, когда делала более тщательную очистку, и щеточкой пользовалась, и пилингами, и масочками пользовалась, и сыворотками. Поэтому это, естественно, тоже помощь к тому, чтобы что-то меньше наносилось. Например, когда я накладывала гелевую маску на ночь, а после этого увлажняющий ночной крем, то, естественно, ночного крема нужно меньше по количеству на гелевую маску нанести, нежели просто когда его сам наносишь. Вот, поэтому, конечно, правильный и такой полноценный уход дает более экономичное использование и нашей системы, основной системы ухода. Когда мне говорят, уже не раз такое слышал, что такими маленькими баночками неудобно пользоваться. Знаете, в начале то же самое у меня было. Они постоянно у меня на полочке падали, но они же маленькие. Постоянно заваливались. В общем, неудобство было. Но когда я привыкла ими пользоваться, оказалось для меня это даже удобнее, чем большие банки, потому что место занимают минимум. Поставил стороночку, очень удобно. Когда нужно куда-то уехать, быстренько в косметичку сложила, они все в маленькую косметичку поместились. Ну, просто удобство невообразимое для меня оказалось. И даже большие банки уже сейчас не так удобны, как вот эта мини-система. И я поняла, что мы люди с вами консерваторы, и, соответственно, когда мы к чему-то привыкаем, нам очень сложно другое что-то принять. Если бы мы познакомились изначально вот с такой мини-системой и привыкли ею пользоваться, для нас были бы большие банки очень неудобными в использовании. Поэтому, дорогие мои, кто считает, что вам неудобно эта система пользоваться, просто вы еще не привыкли, не оценили вот этого вот мини-формата в вашей жизни. Поэтому очень рекомендую для постоянного ежедневного ухода использовать, у кого есть как большие баночки, так и мини вот эту вот систему.